Мне задали очень интересный вопрос. Смогла бы я лежать с человеком, употребляющим мясо? И я скажу сейчас, на данном этапе нет. Если я бы не смогла бы жить, потому что это означает, что человек не знает веды. Я бы не смогла даже общаться, наверное, с человеком, который кушает мясо. Для меня сейчас это сложно. В Ведах сказано, вы должны найти себе людей, созвучных вам по духу. Иначе, если мы в свое окружение приглашаем людей, не созвучных нам по духу, мы деградируем. Поэтому так важно найти свое окружение, создать окружение единомышленников. То, чем я занимаюсь. Поэтому я и создала свой клуб здоровья, чтобы поделиться с людьми этой информацией, потому что мясоеды, к сожалению, находятся на очень-очень низком уровне сознания и развития. Подняться духовно способен только человек, который бросил есть мясо убитых животных. Сейчас очень много информации, и люди, которые не понимают до сих пор этого, к сожалению, находятся на очень низком деградационном уровне. Они себя убивают. И их вибрация, если бы я жила с таким человеком, убивала меня. Понимаете? Это мне бы пришлось оскверняться каждый раз. И эта энергия бы действовала на меня разрушительно. И я бы не смогла потом исцелять людей, помогать людям, нося в себе энергию разрушения. Поэтому я тщательно выбираю окружение. Кого я допускаю в свое пространство, а кого нет. Потому что у нас у всех есть выбор. Либо люди меняются, иначе они сами себя убивают. Либо, увы, я не могу помочь тому, кто не хочет сам себе помочь. Приходи в мой клуб здоровья, ссылка в шапке моего профиля.